На каждого бессердечного вора есть десяток добрых людей. Шанс на спасение, который грабители отобрали у годовалой Лизы, возвращают нижегородцы. Вчера мы рассказывали вам о матери-одиночке из Семенова Екатерине Черняевой. Она всеми возможными способами собирала деньги на лечение своей дочки, которая из-за родовой травмы не может ходить. Каждый шаг доставляет ребенку нестерпимую боль. Семье удалось собрать 130 тысяч рублей, и Екатерина уже собралась вести дочь в Санкт-Петербург на операцию. Но их дом ограбили. Живут они небогато, и Екатерина уверена, что воры знали о собранных деньгах. Вот все равно вы знали, не чужой человек нам лез, как вы могли. Вы знали нашу ситуацию с Лизой, как вы могли, сволочи. Мы с ней каждую неделю катались по больницам, и они все это прекрасно знали. А теперь даже последнюю надежду у девчонки отобрали, что что-то у нас хорошо будет. Я не плачу. Она у нас умная девочка. После того, как мы показали сюжет о Екатерине и Лизе Черняевых в эфире, десятки людей захотели помочь этой семье. Вот, пусть радует это ребенка, пусть она не огорчается, пусть как можно меньше в ее жизни будет неприятных моментов, а мамочка пусть знает, что она один на один с бедой не останется. Мы вот уж что можем от своей скудной пенсии, вот если можно, отдадим немножечко денег. Да, девочка нашу. Пусть выздоравливает. Здоровья и всех благ. Хочу отдать компьютер мальчику. И девочку жалко очень сильно. А мальчишку-то, в принципе, никто и не заметил. Даже что у него компьютер украли. Вот чего меня еще поразило, что как-то он остался-то вот тоже. Он же тоже ребенок, ему же тоже хочется. Ну, увидели вчера сюжет. Очень жалко девочку. Понимаю прекрасно, как у мамы душа разрывается сама, потому что мама хочется помочь. Вот решили немножечко, надеюсь, передадите. Вот, малышке здоровья. Несчастья в мире очень много. Хочется, чтобы было больше добрых людей и друг другу помогали. И надеюсь, что это поможет хоть немножечко этой девочке. Проходите. Это мы приехали к вам. Проходите. Привезите от нижегородцев, что вам передали. Спасибо большое. Спасибо. Ну, я и не одетая. Проходите. Это игрушка маленькой. Спасибо большое. Это деньги. Спасибо большое. Которые мы маленькую толику наших зрителей удалось объехать сегодня. Поэтому вот здесь еще телефоны многих. А это нам? А это вам тоже передают жительница автозавода. Татьяну ее зовут. Спасибо большое ей. Ну, доклады можно будет в интернете искать. Вот, уроки делать. Хоть и жестокое в наше время, каждый за себя, но в таких-то бедах помогают друг другу. Это слава Богу. Есть надежда, что у нас что-то исправится. Что мы вылечим ножку. Я очень рада. Спасибо. Несмотря на то, что десятки людей захотели помочь, пока нужная сумма все-таки еще не собрана. Так что если вы тоже хотите помочь этой семье, то обращайтесь к нам на горячую линию 4-156-34. Мы поможем вам связаться с семьей Черняевых.